попался мне вот такой экземпляр. Это яблоня. Было радикальное понижение кроны, и сезон не обрезалось дерево. Вот, буду приводить порядок, редить, вырезать часть скелетных ветвей. То есть дерево очень загущено и неприемлемо для плодоношения, так как будет плоды не окрашиваться, не набирать сахар, мельчать, и манилиоз, ну плюс другой букет грибковых заболеваний. Поэтому будем приводить порядок. Ну что, подвожу итог. Получилась интересная очень форма. Ну не знаю, я ее как обозначу, как в виде тарелки. Плоская такая форма с порослевыми побегами, которые были оставлены на два сезона, и на них заложилась плодовая почка на двухлетке. Вот покажу один побег. Они где-то, ну, высота вот выше меня где-то, ну не знаю, метр, около двух метров, наверное. Я их поукорачивал наполовину, и как видно, все эти побеги плодовой почки. Это очень хорошо, потому что дерево очень мощное. Вот если без такой кардинальной обрезки, оно бы в высоту было бы метров 5-6. Тем не менее, что есть, то есть. Исправил, на мой взгляд, сделал все, что можно, проредил, просветлил, и дерево будет обильно плодоносить. Кстати, оно также плодоносило и в этом сезоне. Здесь очень много было плодов, но они были не крупные, и их очень много, с посредственным вкусом. Был явный перегруз. Честно, думал, что будет гулять. Но когда подошел и начал заниматься обрезкой, увидел, что на дереве очень много плодовых почек. Будет плодоносить и в следующем году. Это из-за того, что у дерева был потенциал роста очень мощный, поэтому оно заложило на двухлетней древесине плодовую почку. В общем, такая крона очень интересная. И с обильным урожаем на следующий год.